Окружной полуфинал федерального конкурса управленцев «Лидеры России» пройдет в Самаре. Областной центр станет второй площадкой в ПФО для прохождения испытаний. Первая, как и планировалось, разместится в Нижнем Новгороде. Это связано с высокой активностью жителей округа. В этом году заочный этап преодолели более 400 человек. Организаторы решили разделить их на две группы.